Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир, и я продолжаю проходить игру под названием Skyrim. И в этой серии, опять же, мы продолжим строить наш дом. Предыдущей серии у нас пропали в чертеже кухня и так далее. Я не знаю, по какой причине, вообще, так и не понял. Так что, не знаю, давайте продолжим строить дом внутри теперь. То есть всякую мебель ставить там и так далее. Ну вот начнем, скажем так, с какой-то прихожей или что-то такое, не знаю. Итак, контейнеры, бочки. Создаем предметы, комод. Мебель. Тут витрину можно. Стол. Столики. Стойка для оружия. Тут уже нужна железная фурнитура. Блин, мне это надо на улицу идти, а мне не хочется. Так, полки. Так, тут тоже нужны уже гвозди. Светильники. Так, ну и тут везде нужны всякие олени, волки, чтобы такие вешать. Короче, надо гвозди пойти сделать всякие. Ну вот уже многое появилось. Так, а я могу что-нибудь сюда положить? Нет? Ой-ой-ой-ой, вот это соседи начали дрелить. Потерпите, дорогие друзья. Ничто не могу с этим поделать. Придется потерпеть. Так, где гвозди? Мне надо гвозди сделать. Как они громко дрелят-то, ё-моё. Гвозди. Сразу сделаем много. Блин, у меня нет железных... Ай, твою мать. Придется в Айтран идти опять к кузнецу. Зараза. Кстати, можем пока еще и зайти к этому... К торговцу. Обычному. Там, может, у него какие-нибудь рога может купить, оленей, вот, чтобы такие вот... Головы на стены прикрепить можно было. Ты умеешь... Да все, что доброму воину нужно. Так, разное. Ой, нет, что железных слитков. Ты что ж вы такие все бомжи, а? Руду дай хоть куплю. Железную. Если что понадобится... Не, я к торговцу не пойду, не хочу что-то идти туда. Ну, хотя пруду уже хорошо. Так, давайте переплавим. Ты чё гуляешь? Для меня честь снова видеть тебя. Так, переплавляем. В слитки. Блин, соседи, ну хорош дрелить, ну... Заколебали. Так, не-не-не, зачем я зашел? Просто я из-за этого... Из этих соседей просто... Забываю. Прикольный клинок. Итак. Я твой меч и твой... Да ладно, заткнись тут уже. Итак, делаем фурнитуру, вроде бы нам сказали, да? Все, у меня нет слитков. Да ищи, что ж такое-то, а? Как они меня замучили дрелить, а? Так, давайте дальше продолжим делать. Полки, угловая полка. Создать. Стойка для оружия. Блин, у меня опять же нету. У нас с железом проблема. Дефицит какой-то. Так, ну тут почти достроили. Давайте в остальных будем строить, на что нам хватает ресурсов, конечно. Контейнеры. Ой, нам не хватает тут ни на что. Без железа никуда. Витрина вот хватает. Манекен для брони.
Не, больше тут ни на что у нас не хватает. Ну вот уже приятно. Уже намного лучше. Я не знаю, почему другие комнаты не, я не смог построить. Как-то странно, я так и не понял, в чем причина. Не, все, у нас надо ресурсы добывать. Тут уже все, ни на чем мне уже не хватает. Нужно железо. А откуда мне железо брать, я не знаю. Откуда мне его брать, а? Когда у самих кузнецов уже нету. Это мне искать надо добывать залежи, блин. Где их найду, эти залежи? Так. Ну что, давайте переместимся. Я не знаю, конечно, куда. В Фолкрате давайте посмотрим. Ну там мы были. Мы все слитки, которые, возможно, мы купили. Уже купить даже негде слитки. Блин, тут ночь. Ай, 10 вечера, что ли? Да. Ну, ждем 8 утра тогда, чё. Не, мне еще придется залипать часа 3. Итак. Кузнец. Дай бог, чтобы у тебя были слитки, а. Сталь хорош. Да все, что доброму воину нужно. Железная руда. О-во-во-во, наконец-то хоть у одного есть 10 слитков. Красава, мужик. Если понадобится... Красава. А то уже негде купить мне. Так, ну что делаем? Так, ты мне закажи это. Я твой ми... Конечно. Что тебе нужно? Ой. Я кое-что не то сделал. Но это тоже надо покупать, как бы. Лошадь. Вот насчет лошади я сомневаюсь. Все-таки я хотел бы, как бы, тенегрива бесплатно получить. Не хотелось бы покупать. Но вот, допустим, куриц мы купим. Куриц, корову. Я присматриваю тебе хорошую. Конечно. Что тебе нужно? Барт. Приятно, если в доме зазвучит музыка. Конечно. Что тебе нужно? Повозку. Да пусть стоит. Я, наверное, и пользоваться не буду, но пусть стоит. Отлично. Я разузнаю все и найму хорошего возчика. Так, купи для меня строительные материалы. Не знаю, где можно купить материалы. Это я знаю. Мне бы хотелось сказать, что это. А, вестибюль. Во-во-во-во-во. Вот оно, что надо. Но, блин, здесь у меня в этом списке все есть. Очень хорошо. Блин, как задолбали уже дрель, а? Ну, вы бы знали. Конечно. Что тебе нужно? Так, нет, блин, я уже... Ой, фак! Мне кажется, я знаю, что именно тебе нужно. Я ничего не купил. Выясню, продается ли. Эй, ну ладно, бог с ним. Пусть стоит. Купи для меня материалы. Конечно. Чего нам сейчас не хватает? Я это ми... Лес. Тебе еще что-нибудь нужно? Я это ми... Тебе еще что-нибудь нужно? Я это ми... Тебе еще что-нибудь нужно? Так, камень... Да глина вообще что-то пока я не... Да... Камень. А, тебе камень, еще камень, правильно. Что-нибудь нужно? Все. Угу. Я там уже, наверное, обеднял. Честь тебе. Я лошадь купил, зачем? Ай, из этих соседей я просто реально растерялся нафиг. Ладно, пусть стоит. Почему бы и нет? О, вон бард стоит уже, который нам будет петь песни. Блин, я как всегда... Что такое растерянный-то, а? Надо эти сделать, всякие примочки.
Ну, вы поняли, о чем я. А вот она и лошадь. Вон он, этот. О! Откуда ты там добываешь? Там же нет залежи. Честь тебе, Тан. Не, я, конечно, понимаю, но что ты добываешь? Я что-то... Я не знаю, что он добывает, но очень странно это. Так, ладно, давайте сделаем строительные материалы. Вот эту вещь мы должны сделать. Петлю на всякий случай. Все, ладно. Я думаю, этого хватит. И вообще надо, блин, сделать этот... Как его называют? Наковальню в доме, чтобы не бегать туда-сюда. Где вот тут наковальню можно сделать? Наверное, в этой комнате, да? Во, наковальня. Я не хочу бегать туда-сюда. Вот здесь все и буду я делать. Так, нет, мне строить сейчас ничего не надо. Давайте уж доделаем этот прихожую, скажем так. Стойка для оружия. Светильники. Ну вот остальные тут, голова всякая вот это... Как бы надо искать там шкуры или что там. Это уж потом. Может, между сериями всякие шкуры понаберу. И потом при вас... Бэй! Ну нахрена ты взял? Что там, бадья была? Выкини нафиг. Только аккура... Ну ладно, аккуратно не получится. Вот так пусть. Так. Стройматериалы. Все, хватит. Пойдем доделаем. Светильники здесь поставим. Все. Вот так будет намного лучше. Ну вот и все. Прихожая, можно сказать, готова. Так, бочки. Блин, тут ни на чем мне не хватает. Умывальник. Полки. Всякие. Угловые всякие. Ух ты, камин! Это, по-моему, круто. Так, ну блин, тут мне везде не хватает именно фурнитуры, фурнитуры, везде фурнитуры всякой не хватает. Хорош петь. Хотя пой, пой, хоть зато соседи, может, слышно не будет. А, у меня слитков нету. Сразу. Защищать край родной, будем мы день за днем. Все, хорош. Петь. Так, блин, где же мне железо купить, а? Дефицит с железом у нас. Жаль, что у нее нельзя купить железо. Очень жаль. Желчная шахта. О, маркер. Вот там я не был. Давайте пойдем там к кузнецу сходим. Может быть, там найдем слитки. Это ж эти соседи умолкнут, а? Я не знаю, какую серию я не могу спокойно записать, а? А что мне делать? Из дома не выходить? Ты этого хочешь, Индо? Где у вас кузнец тут? А, вот, вон он, вижу. Только он уходит с работы. Погоди, кузнец. Я помогу. Если тебе что-то... А, ты помощник кузнеца? Это ты, значит, кузнец? Понятно. Значит, давайте перемотаем. А, может, у вас тут... А, это стальные слитки. А мне железные нужны. Блин, жаль, что это стальные. Ого!
А чё это у вас так много тут? Вы поглядите, сколько стражи. Очень странно. Давайте, ладно. 2 часа ночи, понял. 9 часов. Постоим, позалипаем. Так. Кузнец. Кузнец. Вон там внизу кто-то вроде бы есть. Поставок сейчас нет. Вот я ничего и не делаю. Только пью. Ты не из моих рабочих. Что ты тут делаешь? Они не любят, когда мы разговариваем во время работы. Блин. Может, где-нибудь у вас тут можно взять слитки, а? Заставляют. Какая жизнь, вы поглядите, они вон в человека заперли. Да чего вас так тут много? Говорят, стражи рассвета. Так, ладно, давайте сейчас постоим, позалипаем. Во. Хац, нужен новый клинок? Нет. Да, все, что доброму воину нужно. Мне нужны слитки. Руда, давай, пофиг, куплю тебе. И слитки. Так, сразу я, наверное, пойду в какой-нибудь другой город. Куплю, потому что бегать по 500 раз не хочется. Так, Драконий мост. Интересно, там есть кузнец? Будет хорошо, если там есть кузнец. Будет просто замечательно. Боюсь, даже вот за вторую серию мы не успеем построить дом. Ничего подобного. Это... Я даже не знаю, насколько продлится все это. Последнее время здесь начали показываться какие-то гнусные вещи. Так. Думал, что... Где у вас тут это? Кузнец. Да нет, все так, все так. Вот если бы только соседи не дрелили. Ой, как меня это бесит. Так. Ну где же еще мне купить? Да мне негде больше. В Ривервуд сходить, может там слитки появились. Нравится? Я-то предпочитаю меч. Ну и дурак. Так, ладно. Иди сюда. Если тебе нужно, погляди. Слитки у тебя есть, хоть бы были они. Да, блядь. Да все, что доброму воину нужно. Так, разное. Железный слиток, отлично. Все, ладно, заживем уже. Уже более-менее. Давайте пойдем назад в поместье. Ух, какой паук. Ой, блин, соседи никогда не умолкнут. О, корова. Корова, корова. И курица вот у меня. Это хорошо. А вот тут, кстати... Да ничего не нужно. Вот тут можно, кстати, сажать. Вот, допустим, гриб. Растение посажено. И потом через... Там, 5-10 дней, я не знаю, примерно через сколько. Можно собрать этот урожай. Ну, то есть ингредиенты и потом использовать в алхимии или где там вам нужно. Так, все, идем в дом назад. Так, и сделаем там, что нам нужно. Строительные материалы, фурнитуру вот эту гребаную. Все, я думаю, вот столько хватит на данный момент. Итак, что там нам? Шкаф высокий,
Сундук. Уже на сундук не хватает. Замок нужен. Шкаф малый. Люстры. Так, тут нам надо... Тут всякие уже ртутные руды какие-то нужны. Тут сейчас замок, я это быстро сделаю. Замок. Сейчас я его сделаю. Гвозди. Пару десятков надо бы. Все хорош. Так, ну вот тут, я гляжу, всякие опять головы нужны, это потом. Ну тут, значит, мы тоже как бы закончили уже. Так, тут еще по бокам комнаты. Сундук, столик, стул. Ё-моё. Нужны гвозди. Нужны гвозди. Опять же у меня железа нет. Да что ж это за такое? Нет, надо вот в следующей серии, перед тем, как начать, надо подобрать железо до хрена откуда-нибудь. Окружение. Ага, уже козий рог у меня нету. Да, их нету. Чтоб светильники построить. Уже много чего нет у меня. Сюда книги можно ложить. Чуть за книгой хижина в лесу. Ладно, потом. Так, ну что, мне надо опять же идти сейчас торговцу. Железные слитки где-нибудь опять покупать. Какая-то жесть вообще, блин. Дефицит какой-то. Со слитками у нас. Сейчас переплавим руду, у нас руда была. Так, ну что, давайте переместимся теперь. В Айтран, я думаю. Так, кузнец, 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 стой, стой, не уходи. Если погляди. Разное. Отлично, есть. Есть слитки. Кстати. Только лучшее оружие и броня. У тебя какая-то должна быть ртутная. Вот она. Сколько? Вот это она дорогая, блин. Три, допустим. Дорогая зараза, блин. Ртутная руда. Если что понадобится, загляни в магазин. Дом воительницы. Может, у тебя где-нибудь там слитки лежат? Я бы не против стырить. Так, а ты что, тоже что-то продаешь? У нас и мелкое оружие. Я не знал, что ты тоже продаешь. Практически все необходимое. Железная руда. А слитки что, не продаешь? Жаль. С тобой приятно иметь тебя. Да, у вас бы что-нибудь еще бы забрать, слитки какие-нибудь, нет? У вас тут нет? Хотелось, чтобы были. Да и, блин, Вайтран вышел, ну ладно. Пойдем к торговцу, короче. Вот товары билетура.
Может, он слитки продает? Посмотри, но обычно он не продает их никогда. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Все продается. Погляди. Так, разное. Вот эту всякую хрень надо купить. Из них, по-моему, вот можно вот делать вот эти головы всякие. Если не ошибаюсь, вот олень шкура. Или я не знаю, из чего там точно. Блин, а у него нету. Чё мне нужно? У него нету. Заходи еще. Можно забрать у тебя эту. А, рулон бумаги мне нафиг не нужен. Так, лайтера. Не, у него ничего нет. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Поздравляю, что помогаешь. Тогда мне придется в Фолкрит идти к торговцу. Все-таки, наверное, в следующей серии я, наверное, понаберу всего, а то, я думаю, вам неинтересно смотреть, как я все время туда-сюда вот именно бегаю. Покупаю предметы, которые мне нужны. Да ё-моё, уже потемнело. Зараза. Сейчас ночь, что ли? Итак, ну чё, открыто, отлично. И сейчас заглянем к кузнецу, может, у него уже слитки появились. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Рад встреч. Немного того, немного сего. Так. Чё, нет, что ли, у тебя? Фигово. Что-нибудь из магазина, пожалеешь. Вот сейчас из-за принципа украду. Не, ну тут у тебя красить-то особо нечего. Красить нечего-то у тебя. Ты бомжар какой-то. Да уйди ж ты с прохода, а! Ну, к кузнецу, наверное, не к чему заглядывать, у него нету еще слитков. Но загляну. В легких доспехах и ходить легко, умно. Но я все равно загляну к нему. Сталь. Хм. Клинки, шлемы. Практически все необходимое. А нет. Ошибался я, у него даже много слитков. Только вот всякие рога и соломы я не купил. Куда ж мне пойти тогда? Солитьют, наверное. Там найду у кого-нибудь товары. Блин, ну уже ночь, ну какого хрена? Так, ну что, где у вас тут торговец? Медика не найдется для бедного ветерана. Сияющая одежда, это случаем не торговец? Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. А кто у вас тут продает? Какая у... брюки, юбки, платья. Одежда действительно на любой случай.
Не, брюки, юбки, платья, меня это не интересует. Наконец-то. Наконец-то. И говорит, как будто я тут с ней целый день выбирал, блин. Наконец-то, говорит. Говорят, страшно возрождается. Это охотники на вампиров. Так, вот это, походу, торгуется. Обосновались в старом ходе. Да, всякие всячины. Вот это торгуется. Ты хозяин. Знаю, погляди. Что у тебя тут есть? Барабан. Нафиг мне он не нужен. Ворога. Солома. Стекло. И я перегружен. Замечательно. Так, что-нибудь я могу продать там? Что продать-то, я даже не знаю. Насколько вообще перегружен? Да ё-моё. Давайте съедим, что ли, попробуем. Все сожрем, просто все. Да, помогло, кстати. Все сожрали, все выпили, и нам легче стало. Мы теперь спокойно можем телепортироваться. Так, блин, надо было... Ну ладно, переплавить надо было. Ну хрен с ним. Так, вот тут ничего я пока не могу нового построить. Нет, не могу. Что тут я не достроил? О, алхимическая лаборатория. Вот что я не достроил. Позволь мне представиться. Представляйся. Зовут меня Луэлин, а прозывают Соловей. Приятно. Твой правитель нанял меня к тебе на службу. Ладно, хрен с тобой. Ладно. Очень приятно. Так, ладно, что я не построил-то еще тут, я не помню уже. Контейнеры. Так, надо петли делать, замок, всю вот эту фигню. Так, а... Не понял. А, вот он. Фурнитуру эту хребаную, замок, петли. Сундук. Опять сундук. Люстра. Все, тут мы все построили. Отлично. Так, в той стороне. Вот тут не построили. Давайте строить. Как всегда, бочки. Буфет. Необходимы гвозди. Блин, надо гвозди пойти сделать. Так. Строительные материалы, гвозди. Все, хватит. Комод. Ай, блин, петли опять надо вот эти. Ай, какая жесть, а? Сколько можно эти петли создавать? Хорош.
Комод с витриной. Витрина, высокий стеллаж, столики. Полки. Люстры. А тут что не хватает мне? А тут ни деревьев уже нету, да? Да, и фурнитуры этой гребаной нету. А чё, торчит земля? О, хрена, ух ты, пчеленомет. Так, где она есть? Мне надо заказать. А, это, походу, специально торчит. Бля, что-то химичит там. Этот певец юный. Иди сюда. Что тебе нужно, мой Тан? Я бы хотел пить сырой конечно материала. Чего нам сейчас не хватает? Я это мигом устрою. Все хорошо. Тебе еще что-нибудь нужно? Пока ничего. Так, сразу эти фурнитуры гребаные сделаю. Парочку хватит, я думаю. А то у меня уже слитков там почти нет. Так, буфет с фазаном для растений. Глины. Уже нету глины. Вот оно как. Ух, ё-моё. Я что-то посадил. Блин, я не дом какой-то, а построил тут какую-то химическую эту... Вернее, алхимическую какую-то... лабораторию, блин. Конечно. Чего нам сейчас... Глину бы мне. Тебе еще что-нибудь нужно? Конечно. Тебе еще что-нибудь нужно? Конечно. Я распоряжусь, чтобы положили прямо в сундук рядом с верстаками. Лучше бы мне в руки. Сразу. Вы мне что, реально идти что ли туда и забирать? Ой, ёперный театр. Пойду заберу. Ну, походу, дом, я как понял, можно по-разному строить. Можно, вот, допустим, там некоторые комнаты не ставить, заместо их не кухню ставить там. И так далее. Просто вот... Это кто, блядь? Ты чё, охренел, что ли? Бля, мою курицу мочит и корову. Ты оборзел, что ли? Валим. Ой, валим, 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 валим. Он нас сейчас... убьет нафиг. Он корову, вернее, мою лошадь убил. Слышь ты, блин. Вот тварь, а. Вот, вот и нет моей лошади, блин. Зараза. На, блин. Ё-моё. Ну не зараза, а. Чего? Какого хрена смотреть, если его там осматривал? Ладно, это нормально. Да, и корову, блин, весь мой этот скот убил, да ё-моё. Ладно, потом насчет этого решим. Так, нет, нет, это не то. Чё хотел? А, глину забрать. Так. А, тебе что-то нужно? Нет, мне надо дальше строить. Так, голова, краб. Везде не хватает фурнитуры. Получается, 5 где-то фурнитур надо.
Как раз, кстати. Прям ровно получилось. Сейчас не хватает гвоздей, зараза. Я как понял, в этой комнате можно сажать все что угодно. На самом деле, я не рад этому. Я не хотел такую комнату. Блин, сколько еще комнат, охренеть. Мне тут еще строить и строить. Тут еще. Я твой меч и твой щит. Угу, это хорошо. Так, ладно. Что мне сделать теперь надо? Пойти переплавить слитки, которые у меня... Вернее, руда, если у меня там есть. Блин, а может лошадь вернется на свое место? Да, навряд ли. Вот говно, а, великан. Но это вполне нормально. На наш дом будет все время кто-то нападать. Могут и бандиты, и вампиры, и кто угодно. Это нормально, что на меня напали. Так, переплавляем. У меня, кстати, руды довольно много. Все. Не, наверное, все-таки реально в следующей серии. Я сейчас закончу уже на этом серию здесь. И в следующей серии я, наверное, уже подготовлю ингредиенты для строительства. Все-таки вам неприятно вот видеть, как я бегаю, я уверен. Буфет. А, гвозди надо. Гвозди. Хорош зевать. Так, фурнитуру сразу сделаем. Так, ну что, все. Там мы построили, там тоже. Теперь тут можно. Полки. Так, ладно, бочки. Буфет. Сейф. Нужны слитки стальные. Фурнитур не хватает. Не хватает фурнитур. Ну, заколебал зевать, иди спать, ля. А, ну где он спать, он будет, тут диванов-то нет. Так, контейнеры. Шкаф. Стол. Сейф, нам нужны стальные слитки. Полки. У меня нет гвоздей. Кстати, а насчет полок? Где это для оружия? Не понял. А, чтобы поместить его, я должен взять в руки это оружие. Я бы хотел бы посох. Тут где-то посох был, вот он. Я и так в руки взял. Че я вызвал, мне интересно. Странно. Так. А, гвозди. Гвозди надо, я забыл. Ёпта! Тебе что надо? А, это я его могу на помощь вызывать, да? Понятно. Напугал, блин. Так, наковальня.
Гвозди. Так, контейнер, мебель. Так, ну в разном тут уже всякие оленя дорогая. И так далее. Тут все пока что. Присаживайся, друг мой. Коль пришел. Ну, бля, и роняет там что-то, а? Тумбочка, бочки. Так, нет, тут уже везде нужны ресурсы. Ну, будем дальше строить уже, наверное, в следующей серии. Иди нафиг. Так что да, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.